вперед! Нас битва ждет! Сдавайся, враг! Король идет! Ой, ну все, Ваше Величество. Я пошел. Счастливого пути! Ваше Величество, может, все-таки письмо вашему троюродному дядюшке отправим по почте? Ну, к чему весь этот маскарад, а? Нет, ну... нет, нет, нет. Король я, в конце концов, или не король? Все должно быть официально, по-королевски. Пусть дядюшка знает, как я к нему хорошо отношусь. О, настоящий посланник. Как прикажете, Ваше Величество. Ну, честно говоря, мне страшно. Путь не близкий, вернусь не скоро. Ну, если ты такой трусишка, вот... Возьми с собой мой старый добрый кинжал. Ваше Величество, ну при чем здесь ваш старый кинжал? Я боюсь, как вы здесь с хозяйством без меня управитесь. Тебя даже слушать смешно. Неужели ты думаешь, я не справлюсь со всем вот этим? Ой. Ну, будем надеяться на лучшее. Ваше Величество, если захотите есть, кукурузная каша с изюмом под подушкой. Если вдруг зеленка в шкафчике. Угу. И умоляю вас, не трогайте без меня орехи. Ну, хватит уже, я тебе не малое дитя, иди уже. Вы, главное, до вечера продержитесь, а там, глядишь, и я вернусь. Иди! Пошел. Вперед, вперед, нас битва ждет. А ведь и вправду было бы неплохо чего-нибудь перекусить. Так, что он там говорил? Про орехи. О, кажется, это они. Долой кукурузную кашу, да здравствуют орехи. Ну-ка. Угу. Не поддается. Но ничего, я отступать не привык. Яблоко. Настоящее. О. Вот, какие кусачки кусачи. Сейчас я тебя. Ну, держись. Ну, ладно. Для тебя у меня есть еще вот это. Видал? Ну, держись. Сейчас. Ах так, да? Ну что же, придется тебе отведать моего королевского меча. Перед ним еще никто, никто устоять не мог. Ну-ка. Так, попробуй. Сейчас. Тук-тук-тук. Ваше Величество. Кузина. Вы где? Моя дорогая кузина. Ваше Величество. О! Осторожно. Ну что с вами? Что с вами, Ваше Величество? Дорогая кузина. Что? Кажется, я проигрываю одну очень важную битву. Битву? Но еще не все потеряно. Так. Так, где мой меч? А вот, Ваше Величество. Ага. Да. Осторожнее, хорошо, дорогая кузина. Хорошо. Я перехожу на... наступление! Осторожно! Ой. Ваше Величество! Ой. Ай. Все, Луиза. Я проиграл окончательно и бесповоротно. Мой противник оказался слишком крепким орешком. Противник? Но я здесь никого не вижу. Ну вот же он. Так вы хотите орехов? Но сейчас я вам их накалю. У нас есть. Вот она. Вот такая вот штучка. Это называется щелкунчик. Щелкунчик. Ну, конечно, щелкунчик, потому что ею щелкают орехи. Итак, открываем. Берем орех, кладем его вот сюда. И... Нет, не надо, не надо! Луиза, не надо, не умоляю, не рискуйте собой. От них и так слишком много неприятностей. Я согласен на кукурузную кашу. Ну хорошо, как скажете, Ваше Величество. Кукурузная каша поистине королевская еда. Я тоже так считаю. Что? Только что же скажет на все это мой добрый и верный слуга? И правда, Ваше Величество. Ну ничего, я вам помогу, и мы все быстро соберем. А я обещаю всегда прислушиваться к советам добрых друзей. Угу.
и никогда, никогда не горячиться. Никогда, никогда? Ну, я буду очень сильно стараться. А я вам верю. Давайте собирать. Давайте.